И снаружи, и внутри 16-этажного дома на улице Краснофлотской в Красноармейске активно идут работы. Нет, кажется, пустующего без дела уголка. Строители закончили с наружными сетями, инженерными работами, а сейчас занимаются внешней и внутренней отделкой. Как продвигается возведение дома для переселенцев, приехал проконтролировать глава округа Максим Красноцветов. Мы продолжаем реализовывать государственную программу, в рамках которой мы переселяем жителей из аварийного жилья. На сегодняшний момент достаточно в большом объеме в нашем городском округе это реализовано. Строим 3 многоквартирных дома, 2 в Пушкино, 1 вот сейчас заканчиваем строительство в городе Красноармейске. Это 4-подъездный 16-этажный дом, который позволит нам достаточно много переселить людей в комфортное, современное, благоустроенное жилье. И та история, когда люди живут в бараках, и условия их проживания не соответствуют никаким нормам и правилам, она, безусловно, закончится. В новостройку переедут 276 семей из 20 аварийных домов. Здесь делают благоустройство, оборудуют детскую площадку, поделился подрядчик. Хорошие очень городки, спортивная площадка, прогулка для колясок, то есть для мам с детьми, потому как, я думаю, в новом доме рождаемость будет повышаться. Внутреннюю отделку дома тоже продумали. Для максимального комфорта жителей в подъездах и холлах будет необычный для многоэтажек дизайн. Очень красивая отделка, холлы, входных галерей под мрамор, входных холлы, будет такая очень прекрасная плитка. Сейчас переселяют людей из домов, признанных аварийными, до 2017-го. Дальше программа будет продолжена. А дома ЖК «Новая жизнь» уже введены в эксплуатацию. Глава округа также побывал на месте. Чтобы дольщики смогли въехать в свои квартиры, провели большую работу. Представители администрации были в постоянном диалоге с жителями. Долгострой на улице «Новая жизнь». Эта история пришла к своему логическому завершению. И на сегодняшний день эти 2 многоквартирных дома введены в эксплуатацию. Порядка 200 дольщиков получат ключи от своих квартир в ЖК «Новая жизнь». Жанна Лавенько, Сергей Денисов, Александр Корнеев. Новости Большого округа.